аналог сюда большой. Это же формат А4. Нет, большой один. Ну, вот это? Тот давай, вот это формат А4. Да. Здравствуйте, Оксаночка, здравствуйте, Юлечка. Здравствуйте. Здравствуйте, Рахимчик, здравствуйте, наши дорогие подписчики. Сегодня мы будем показывать вот эту модель. Сейчас я покажу, как она выглядит внутри, расскажу, как. То есть, смотрите, изначально она была у нас без заднего кармана. Соответственно, я всегда прислушиваюсь клиентов, ну, многие хотят вообще на сумках видеть задний карман. Поэтому шили карман. Карман достаточно глубокий. Смотрите, внутри есть перегородка. На Юле покажите. У Юли, ну-то ладно, да, для меня. У Юли 1,65 м. Вот она смотрится. Тоже хорошо, да. Видите? Потому что часто задаются такие вопросы, вот как она будет смотреться на, там, на любой рост. Смотрите, есть перегородка, есть вот такой карман, внутри есть потайной карман, паспорт сюда войдет. Так, и хочу показать, что сюда формат А4 входит. Вот, видите, он аж прям просто затерялся здесь. Да, больше даже. Нет, это вот формат А4. Юля, где рулетка у нас? Где-то. Закопали. Ну, сейчас. Найди пока. Смотрите. Сейчас сделаем замер. Замер по дну будем делать. Смотрите. 38. Высота у нас 33. И донышко у нас 10 сантиметров ремень. Так, длину ремня хотела замерить. Сейчас сделаем длину ремня. Я говорила об этой. А, вот и мешок. Давайте покажем длину ремня. Хотя она носится, эта модель очень свободно. Не обязательно ее носить на длинном ремне. Ручки позволяют вполне. То есть 50, это получается 100, ну, 100 длина ремешка. А здесь идет очень, то есть 6500 оптовая цена. Кожа идет обрезная, это еще добавлять надо кожу. Ну, то есть дополнительная работа, это сделать или целиковую, да, или здесь надо вырезать, вот это все делать. То есть имейте в виду с ремнем. Белый несколько расцветок, я объясню, идут без молнии, потому что это было в наличии на фабрике, это как обычно найдет. Поэтому они были без молнии. То, что на отшив было, уже шло с молнией. Вот давайте по цветам. Такой красный цвет, белый, шоколад. Очень красивые цвета все, именно осень, зима, весна, олива. Это у нас идет цвет акация, это тепло-серый цвет, тауп, синий, такой глубокий синий. Вот хочу показать три цвета. Вот это без молнии идет карамельный, а то, что уже шло на отшив, у нас вот их три цвета, и коньяк. Вот эти, видите, покажите. Такой идет, еще раз говорю. Карамельный, рыжий и коньячный цвет. Дальше зелень. Красивый, очень изумрудный. Такой цвет марсала. И черный. Ну, классика. Видите, вот как оно смотрится. Я говорю, очень хорошо. Мне кажется, на любой возраст, на любой рост. Под формат А4, кто хочет что-то такое интересное, это и кожа флоттер, бычья кожа с нанесением зерна. Так что, еще раз повторяю, девочки, подписывайтесь на наш канал. Для вас сумки будут по оптовой цене. 6500 оптовая цена. Так что на этом мы заканчиваем. Всего всем пока.